смотреть в оба! Лин, пригнись. Господи, они все мертвы! Их убили шрамы! Рассредоточиться. В здании могли остаться шрамы. Прикрывайте друг друга. Идите кто-нибудь к рации, доложите в штаб. Пошли. Что ты делаешь? Хочу срезать веревки. Сначала надо зачистить здание. Я их в таком виде не оставлю. Ну снимешь ты их, чем им это поможет? Иди! Вроде какой-то звук. Схожу, посмотрю, что там. Майлз! На нас напали! Оттуда! Оттуда вроде бы! Тут кто-то есть! В стороны, быстро! Вон там! Они до одного шрама? Откуда я знаю? Стреляйте! Не стой! Надо оторваться! Перед нами! Вот черт! Ладно. Выиграли время. Бежим. Нужно найти вход. Надевай маску. Там споры. Хорошо. Надо двигаться. Надеюсь, это не тупик. Я думала, нам конец. Да уж. Джордана грохнули. Охренеть. Что это было?
Вот черт! Ты что-то потревожил! Цела? Ага. Спасибо. Слушай, я очень устала. Пойдем отсюда. Слышала, как они нас называли? Шрамы? Вот кто, видимо, нарисовал те рисунки. И выпотрошил тех псов. Какой-то город маньяков, честное слово. Не говори. Тут внизу есть проход. Какого? Боже. Ты когда-нибудь такое видела? У топляковки слотные споры, но по звуку не похоже на топляка. Я не знаю, с кем они дерутся, но пусть поубивают друг друга. Согласна. Вон там еще одна лестница. Ладно. Как до нее добраться? Сойдет. Она сломана. Чтоб вас. Иди сюда. Еще один торгов! Валим отсюда! Белл, берегись! Блин, я с тобой! С тобой! Уходим! Уходим! Твою мать! Я тоже. Yeah.
Тупые ублюдки. Тебя не ранили? Нет, я цела. Шаркуны? Так они их называли? Да. Откуда берутся эти шаркуны? Без понятия. Но твари гадкие. Посмотри на эти ожоги. Нет уж, спасибо. И куда он нас выведет? Сейчас. Почти. Все. Вроде никого, насколько я вижу. Хорошо. Шаркуны? Как будто тех нам было мало. Каковы законы природы? Да, природа та еще мразь. Где-то должна быть лазейка. Ценю твой оптимизм. Подожди!
Все. Что тут произошло? Похоже на крушение поезда. Спасибо, Шервок. Господи, как долго поезда ходили после начала эпидемии? Я вижу, вон там свет. Тогда полезли. Дина. Да. Выхожу. Эй, свет уже близко. Эй, давай я тебе помогу. Ага. Что там? Давай. Ну ладно, пошли. Мы почти выбрались. Веди. В этом театре. О, как я была бы рада. Еще чуть-чуть. Я помогу. Стой. Сможешь?
Тут никого. Пойдем. Может, скажешь мне, в чем дело? А может, лучше ты? Элли, ты же вдохнула споры. Не бойся. Я иммунна. Ага, ты иммунна. Хватит. Очень давно меня укусили. Да что ты такое несешь? И со мной ничего не случилось. А, так этот ожог. Мария, Томми. Только они знают, и Джоэл. Знал. А теперь ты. Я не заражу тебя, так что не бойся. Но и иммунной не сделаю. Скажи что-нибудь. Элли. Я беременна. Что? Не бойся, не от тебя. И что же? И что же нам теперь делать? Ничего. Я просто отдохну чуть-чуть. Ты издеваешься, что ли? Когда ты узнала? Ну, несколько недель назад. Что? Недель? Мы же могли еще вернуться. И я не знала. Не знала точно, ясно? Я боялась стать обузой. Зато теперь ты точно обуза. Пойду. Осмотрю здесь и вернусь. Отдыхай. Беременная. Ну, охренеть. И никому не сказала. Серьезно? Черт. Здесь кто-то живет, что ли? Ладно, записка старая, но все равно надо быть начеку.
Надо где-то включить питание. Черт, поджарился. Электрик из тебя был не ахти. Это что? Отлично. Ого. Джоэл, вот где надо кино крутить. Мрачненько. Да ладно.
truly lose myself.